Всех рад приветствовать, меня зовут Олег, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня вы попали в очередную рубрику «Обозрим», и на обзоре у нас будет снова виниловая пластинка от группы «Пилот». На этот раз мы посмотрим на виниловое издание альбома «Осень». Как известно, альбом «Осень» — это 9-й студийный альбом российской рок-группы «Пилот». Он был выпущен в первый день осени, естественно, это 1 сентября 2011 года. На одноименную песню этого альбома был выпущен видеоклип. Именно с этой песни я начал свое знакомство с группой «Пилот». И могу уверенно сказать, по своему субъективному мнению, что знакомство с их творчеством надо начать именно с этого альбома. А теперь давайте приступим к обзору его винилового издания. У меня в коллекции имеется лимитированное издание на черном виниле. И выпущен он был в 2021 году. То есть на виниловом издании этот альбом вышел только через 10 лет. Изготовлено их было всего 500 экземпляров. И изготовлен он был в России по заказу Капкан Records. Упаковка имеет форму стандартного конверта для виниловых пластинок, покрытие глянцевое, качество картона отличное. На лицевой стороне присутствует стикер, на котором указывается краткая информация об этом издании. Качество обложки хорошее, но название группы и название альбома немножечко замылены. На обратной стороне присутствует большая фотография с участниками группы. С левой стороны представлена информация об участниках записи альбома, а с правой стороны представлен трек-лист. Вид торца. Внутри упаковки присутствует белый конверт с виниловой пластинкой. На конверте изображена графика Ильи Чёрта и фрагменты текстов композиций. То есть, к сожалению, полноценного буклета с текстами композиций нет, что очень огорчает. Также в комплекте с бонус-треком присутствует CD-версия альбома. Скрывать я его не буду. Вот и сам черный винил. Качество его хорошее. Вид яблок. Что касается звука, то с технической точки зрения масса достаточно тихая. Щелчки, к сожалению, присутствуют, но не так часто и не так сильно портят впечатление от звука. И в моем экземпляре присутствует смещенный центр. Но, слава богу, на звук это никак не влияет. Что касается звучания, то на этой пластинке оно очень хорошее. Не выделяющийся, но очень приятный бас, четкие гитарные партии все хорошо слышны, и на переднем плане прекрасный вокал. Вот и обзор подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях ваши впечатления от этого издания и от альбома в целом. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии и узнать, согласны ли вы со мной, что этот альбом все же эталон русского рока, да и вообще в творчестве группы «Пилот». Еще раз всем спасибо и до скорой встречи. Пока!